ей уже 20. Кому, спросите вы, а мы ответим. Музыкальной карьере Жанны Орынбасаровой. Да-да-да, звезда казахстанского джаза блистает на сцене уже второй десяток. И вот в очередной раз она в центре прожекторов. Но волнение такое, как будто певица снова на своем первом вокальном конкурсе «Жаз Канат». Ну, конечно, у меня мандраж, я сижу, сейчас волнуюсь, нервничаю, на всех кричу. Заткнитесь, все, вы меня раздражаете. Но это просто нервы, конечно, от того, что уже скоро-скоро, мне кажется, что я еще не готова, там не готова, это не готова, я еще не переодета, уже еще 10 минут осталось до концерта. И вот концерт начался. Звучат фанфары, зрители аплодируют и ждут ее, грациозную и нежную Жанну Орынбасарову. Выйдя на сцену, она покоряет своего слушателя, и не только голосом. Мне нравится ее непосредственность на сцене. Сценический образ, свобода, простота и человеческий фактор, конечно же. Ну, а этот фактор, как правило, играет далеко не последнюю роль в мире звезд. А вот в чем же изюминка голосистой джаз-дивы? Мне очень нравится Жанкина харизма. Именно когда она на сцене, когда она поет, она становится другой. В жизни, это моя очень близкая подруга, но когда она на сцене, это просто вот... Вот на сегодняшний день я могу сказать, что это действительно королева казахстанского джаза. Кстати, это неофициальное звание артистки досталось непосильным трудом. И на этом она не останавливается. Ведь в 20 все только начинается.